Всем привет! Вы на канале Crazy Самоед. Не забудьте подписаться и поделиться с друзьями хорошим настроением. Искупали наших самоедов утром, а в обед нужно их по делам вывести, а шуба-то еще слегка влажная местами. Летом-то они сами досыхают, а сейчас осень, прохладно. И придумал наш батя утеплить соколиков. Лев прям вообще такой. Собаки такие очеловеченные получились. Прям как мальчонка с девчонкой, пятилетние. Дочка была в восторге от такого перевоплощения. А собакам любой движ в кайф. Самсохич любит команду «Бонзай». Это прыгнуть передними лапами на грудь. Кроме носков и перчаток, шапки тоже кусин фетиш. Ну а к футболкам еще кое-чего нашлось в наших сундуках. На Самсохе кусины труселя пришлись. Они-то вообще раньше папины были и по наследству ей перешли. А у Кусики им большая, и дочкины юбки не налазят уже. Чапчапсы, ко мне. Так, самоед шерсть дает, траву любит, овца какая-то получается. Так можно в карантин, когда особо никуда не выйдешь, весело проводить время внутри семьи с самоедами и не впадать в осеннюю хандру. Тем более сейчас солнечно. Нехай дождь та негода не роблять вам в житті погоди.